одна из самых философских, пессимистических, как на первый взгляд может показаться, и грустных книг «Размышления человека о своей жизни, судьбе, призвании». Книга «Экклезиаста». Поговорим о ней, об истории, авторстве и, самое главное, экзистенциальных нюансах, которые она поднимает и раскрывает в нашей передаче «Просто о вере» на телеканале «Самара ГИС» в понедельник в половину восьмого вечера.